К другим новостям. Юрий Михайлович Лужков перевел своих дочерей из МГУ в один из лондонских вузов. Напомню, что в Лондоне уже живет супруга бывшего мэра и его пчелы. А чего это мы стоим-то? Здесь пробок отродясь не было. Это ж я опоздаю. Так это я торговый центр тут строю, ваше величество. Но не беспокойтесь. Вот, мигалка, 200 фунтов. Спасибо, не надо. Тогда вот. Что это? Социальная карта лондонца. А чем это так пахнет? Это, ваше величество, гримпинская трясина горит. Да как же это, она ж отродясь не горела. Это я поджег. Хочу чувствовать себя как дома. И собака Баскервилли ваша больше гавкать не будет. А что вы сделали с Биг Беном? Где часы? Где? Да вон там, где Интеко написано, раньше часы висели. Ой, да кому они нужны? Кстати, и Букингемский дворец ваш я снесу. И такой же построю. Подземная парковка. Срочно соедините меня с президентом России. Алло, Дмитрий Анатольевич, я согласна и на безвизовый режим. Только я вас умоляю, заберите обратно вашего бывшего мэра. Я не могу. Почему? Ну, я думаю, вы уже сами почувствовали, почему. Хотя, есть у меня одна идея. Ваше святейшество! Это вам презент. Социальная карта ватиканца дает скидки. Ах, но мне все положено бесплатно. У меня тоже так было. Это не навсегда. Вдруг вы это... А чего? Доверие утратите. А вы знаете, что у вас тут ветхое строение? Его надо снести и построить Ватикан Плаза. А, не надо. Тогда хотя бы фрески вот эти старые облупленные буду эмульсионной краской закрасить. У меня и фирма есть турецкая, хорошая. А, не надо. Тогда хотя бы тазики пластиковые возьмите. 3 евро за штуку. А, срочно соедините меня с президентом России. Всего доброго, ваше преосвященство. Ну что, куда его теперь забросим? В Польшу. А что Польша? Они, американские про, хотели у себя разместить.